продолжаются протесты мусульман Хуэй в Ниньцзя-Хуэйском автономном регионе Китая. Они начались 3 августа после того, как власти региона уведомили верующих о том, что мечеть, построенная в 2017 году в городе Вэйжу, уезда Тонсин, взамен разрушенной во времена культурной революции, должна быть снесена из-за отсутствия надлежащим образом оформленного разрешения на строительство. Мечеть предписывалось снести до 10 августа, однако митинг сотен мусульман, собравшихся у стен мечети, заставил власти приостановить работы. 11 августа представитель администрации объявил об этом протестующим, после чего, как сообщает South China Morning Post, их количество существенно сократилось. Сотни этнических мусульман народности Хуэй из западного региона Ниньцзя устроили сидячую акцию протеста против планов правительства снести огромную новую мечеть. Соборная мечеть Вэйчжоу с многочисленными куполами и минаретами в ближневосточном стиле не получила всех надлежащих бумаг от государственных органов на этапе строительства, как утверждают городские чиновники, передает Channel News Asia. Мусульмане Хуэй возмущены действиями чиновников и не побоялись устроить акцию протеста, несмотря на то, что такие действия в Китае сурово караются. Власти предложили мусульманам частично оставить на месте здание мечети при условии, что ее купола будут заменены пагодами в китайском стиле, но местные жители не согласились на такой вариант. «Если мы подпишем это, то продадим свою веру», – возмущается один из жителей Вэйчжоу в приложении WeChat. Уничтожение элементов архитектуры в мусульманском и восточном стиле – лишь один из элементов дискриминационной политики Китая в отношении мусульманского меньшинства, которое, в свою очередь, совершенно несравнимо со зверствами китайцев на территории оккупированного восточного Туркестана. Аналитики отмечают, что разница в уровне давления на мусульман в Суар и во внутренних регионах Китая объясняется тем, что Китай желает укорениться на оккупированной территории, а сохранение уйгурами своей религиозной и национальной идентичности является препятствием для этого.